Уважаемые дагестанцы, в очередной раз хотелось бы обратиться к вам по поводу ситуации, связанной с заболеваниями коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ситуация в Дагестане продолжает оставаться сложной. В сутки на койки больничных учреждений попадает больше 450 наших с вами земляков, причем большая часть их находится в лечебных учреждениях города Махачкалы. У нас развернуто более 5000 резервных коек, но при этом количество людей, подлежащих госпитализации, тоже неумолимо растет. Особенно хотелось бы сказать о тех случаях, когда на больничные койки попадают те, кто уже провел вакцинацию. Таких, к счастью, не более 3%. Причем все заболевания протекают в легкой форме. Это говорит о том, что вакцинация действительно становится барьером на пути так называемой третьей волны коронавирусной инфекции. Хочу обратить внимание, что каждый из нас хозяин своего счастья, и каждый из нас должен заботиться о здоровье своем и окружающих его людей. На сегодняшний день вакцина – это действительно тот способ, который надежно может остановить распространение коронавирусной инфекции, вырабатывая коллективный иммунитет нашей республики. Вспышка новой коронавирусной инфекции у нас началась в конце мая. После того, как мы достаточно активно провели праздники начала мая. Это и первомайские выходные дни, и светлый праздник Христовой Пасхи, День Победы, Ураза Байрам. По сути дела, мы дали возможность всем поучаствовать в праздничных мероприятиях. Но при этом к концу месяца рост заболеваемости стал неумолимо повышаться. Нужно сказать, что и многие дагестанцы отдали отчет в том, что необходимо делать прививки. И на сегодняшний день более 110 тысяч наших земляков уже привились в полном объеме. Но для того, чтобы окончательно выработать иммунитет, необходима вакцинация более 1 000 000 человек населения Дагестана. Сегодня наши врачи продолжают самоотверженно бороться с коронавирусной инфекцией, делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье нашим гражданам. Давайте поможем им в этом. Впереди опять череда праздников. В ближайшее время мы проводим добрый, хороший праздник Курбан-Байрам, который подразумевает празднование этого дня коллективно. Но при этом я хотел бы обратиться к вам с тем, чтобы эти коллективы не были масштабными и массовыми. Давайте проведем его в семьях, давайте проведем этот праздник у родных и близких, в узком кругу своих родственников. Впереди День военно-морского флота. Президентом Российской Федерации принято решение провести военный парад. Мы будем проводить военный парад, но без приглашений. В составе гостей парада будут только те, кто прошел вакцину и имеет непосредственное отношение к Каспийской военной флотилии. Но это грандиозное шоу, и я полагаю, что многие из вас захотят полюбоваться зрелищем мощи наших военных моряков. Опять же, убедительно прошу вас соблюдать при этом социальную дистанцию, соблюдать масочный режим, ограничиться от массового скопления людей в одном месте. 26-го республика отмечает День Конституции. Это торжественный и массовый праздник, который всегда проводился очень интенсивно и зрелищно. В этом году мы этого делать не будем. Поверьте, нам не безразлично здоровье друг друга, и здоровье нации не безразлично мне, как исполняющему обязанности главы республики. Давайте сделаем все, чтобы это здоровье сохранить и укрепить.